Ну, Макс, вставай. Вот и верь после этого рекламе. Ладно, будем будить проверенным способом. Ну, Макс, ну, малыш, ну, давай, вставай. Нет. Приснился мой любимый сон. Какой? Я заплетаю косички нашей маленькой дочери. Нашей дочери? Но, Макс, мы с тобой даже не женаты. Нет, ну, если дело только в этом, мы это исправим. Люблю тебя. И я тебя. Спасибо. Отлично. Давай. Все хорошо? Ты должен на это взглянуть. Спасибо, ребята. Перевозчики, они... Доброе утро, Валентина Сергеевна. Доброе утро, Дмитрий Эдуардович. Я помогу. Нам придется ужать расходы по 6-му проекту. Ладно, только не на материалах, иначе это все не имеет смысла. Привет! Привет. Показывай. Завтракайте, да? А я всю ночь не спал. Дим, показывай. Аляп. О, хорошо. Дим, ну ты же можешь, когда хочешь. Отлично. Мне тоже нравится, просто я... Ребят, я не понимаю, зачем костюм, зачем вся эта срочность? Проект второстепенный. Да, но близится день, что славу нам подарит. О, боже. И звон фанфар разбудит сонный мир. Ребят, я вас очень прошу, давайте без метафор, ладно? Макс, сегодня шеф лично приедет для того, чтобы проверить проект. 5 часов. Зачем? Так, кто из нас хочет стать полноценным партнером? Я или ты? Я. А ты хочешь, чтобы это было быстрее? Конечно. Я об этом позаботилась, потому что я люблю тебя. А я тебя. И это правильный ответ. Максим Александрович, я не сомневаюсь в вас. Давайте закругляться с презентацией. Да. Так вот, фундамент основного здания ленточного типа. Заложение очень глубокое. В общем, у нас получился железобетонный монолит нового поколения. Вот что, железобетонный монолит нового поколения одобряю, так же, как и твой костюмчик. Ну что ж, следите за модой, Максим Александрович. Похвально. Спасибо. Котенок, а тебе нравится? Еще бы. Да, еще у нас новое балочное перекрытие. Максим Александрович, мы так просто заехали для того, чтобы поинтересоваться, все ли у вас в порядке по проекту. Или, может быть, мне надо будет отложить горные лыжи? Как отложить? Это же последний снег сезона. Не волнуйтесь. Можете смело ехать. Семен Александрович, проект в полном порядке. И ваше присутствие не обязательно. Ну вот. Это и хотелось услышать. Ну что, котик? Мы можем ехать. Ах, да. Чуть не забыл. Сегодня вечером в нашем бизнес-клубе пройдет благотворительный аукцион в поддержку детдомов города. Вот здесь как раз пригласительные. А костюмчик, правда, хорош. Можем ехать, котенок. Всем удачи, да? До свидания. До свидания. Бинго. Ну да.
Представляю вам следующий лот под номером 13. Это замечательная картина, масло, 40 на 60. Зая, а кто это такой импозантный сидит рядом с этой рыжей бестией? Прикалываешься? Это Макс Поверинов, вице-президент ТТС. Правда? Ох, красавец. Итак, поверь, он об этом знает. Максим Александрович, а вы до сих пор вице-президента ходите, или Карминов сподобился сделать вам предложение стать своим партнером? Он уже думает об этом. 40 тысяч. Итак, ну, если вдруг Карминов так и не созреет со своим предложением, приходите ко мне. Мужчина четвертый ряд слева. Я быстрее выполняю свои обязательства. 45, второй ряд, мужчина слева от меня. 50. Шикарное предложение. 50 тысяч. Очаровательная девушка в центре передо мной. 50 тысяч раз. Слушай, ты не хочешь отсюда сбежать? Я уже думал, ты не предложишь. 52. Буквально несколько мгновений, картина будет продана. 50 тысяч. 3. Продано. Итак. Девушке прямо передо мной уходит замечательная картина под названием «Дитя». Помоги. А может, все-таки останешься? Макс, ну не говори ерунды. Ты как ребенок маленький. Каждый раз одно и то же. Ну, вообще-то, ребенка нам очень не хватает. Так, ты знаешь, что завтра приедут заказчики? И нужно очень хорошо подготовиться. Ну да. Ну все. Да, останется. До завтра. Я сама закрою, у меня есть ключи. Доброе утро, Максим Александрович. Здравствуйте. Ой, доброе утро, ребята. Доброе. Доброе утро, Максим Александрович. А, Наташа. Кофе будете? Нет, спасибо. Я ваше любимое печенье купила. Тогда буду. Я не буду с вами работать. Да. Да. Мы сейчас с вами пройдемся. Привет. Что? Боже, какая женщина. Ты только сейчас заметил? А? Да нет, конечно. Просто держит тебе. Просто она такая красивая, такая умная. У нее вкус есть, кстати, не то, что у тебя. Да, добавь еще светлая голова и генератор идей, и будет полный комплект. Да, понимаешь, прям вообще. Давайте вы еще раз расскажете все вам. Мы 7 лет вместе. Угу. Я как бы это все время рядом бегаю, или ты забыл? Не забыл, конечно. Ну да. 7 лет — это срок. Подожди-ка, я не понял.
Тебе что, Тамара намекнула, что пора, мол, пора на свадьбу? Нет. В том-то и дело, она как-то совсем не давит. Ну так что ты, живи и радуйся. Ну не требуй девушка кольцо на палец. Ну и отлично. Где ты такую найдешь? Я не хочу никого искать, просто... Понимаешь, каждая женщина, абсолютно я уверен, мечтает о кольце, свадьбе, платьях, всех этих делах. И Тамара не исключение. Ты одурел? Ты сейчас серьезно говоришь? Дим, ты еще застыл? Так. Так, поехали, давай. Не проснулся еще? Давай, давай, поможешь мне в одном важном деле, давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Самые дорогие кольца нам, пожалуйста, покажите. Подождите, ничего не показывайте. Показывайте. Хорошо. Такие дела просто так не делаются. Ты одурел? А как делаются, знаток? Вот, господа. Что подумать? Я думаю, это то, что вам нужно. Нравится. И вообще, давай ты сначала просто подумаешь перед тем, как принимать решение. Я уже понял, хочу вот это. Ты хоть размер пальца ее знаешь? Угу. 16. 16,5. А это... Это как раз 16,5. Это кольцо ждало вас. Судьба. Угу. Как видите, этот проект соответствует всем вашим требованиям и пожеланиям. И точные характеристики мы также учли. Да-да, я вижу. Мне нравится. Мне тоже. Однако вопрос сроков. И мы не предполагали, что это будет так масштабно. Масштаб здания напрямую зависит от масштабов компании-заказчика. Это наше основное правило. А по поводу сроков совершенно не волнуйтесь, потому что мы всегда держим свое слово. Да. Отлично. Тогда давайте перейдем к фасаду. Дима, эстетическая ценность данной конструкции... Прошу прощения. Максим Александрович, извините. Мы еще обратили номер звонящего абонента внесен у вас в неотложный список. Это плавная линия сверху, как видите... Простите, продолжайте сейчас. Она... Так вот, я... Хочу обратить ваше внимание на эту плавную линию. Она не просто так. Да. Алло, Максим, это Ирина Ивановна звонит. Прости, что беспокою. Лариса умерла. Похороны сегодня. Максим Александрович. Малыш, ну куда ты пропал? Ты в своем уме? Дом, я не пропал. Я все объясню, когда вернусь. Вернешься? А откуда? У нас же заказчик, или ты забыл? Не беда. Мы основное все сделали. А с деталями сами справитесь. Так а... Все, Том, я не могу говорить. За рулем. Все объясню, когда вернусь. Пока. Наташа, а ты что-то понимаешь? Нет. Вы в порядке? Руки убрал. Не вставайте, лежите. Отвали. Простите, я вас не заметил, я очень спешил. Ага. Дядя, я тоже опаздываю. Давайте я вас подвезу. Ага. Так и поехала. Сама доеду. Нет, правда, я вас подвезу. Куда скажете? Сама доеду.
Слушай, садись в машину. Садись, я тебя не обижу. Да садись, садись. Козел. Ходить можешь? Петрович, пошли. Ага, иду. Ай, хорош, да? Полдня ждем, блин, наконец-то. Хорошо зарабатываете? А у вас по-другому? Петрович! Живи, ну, Рома! Женька, цветище-то такие раздобыла. Сюда, красавец. Тихо. Леша. Я тебя прошу, не начинай. Ты с каких сюда приперся, блин? Погляди, как померла тогда! Гляди, блин! Леша! Это кто такой? Что происходит? Это Максим Поверинов. Лариска покойница. Любовь его первая, а он ее. Какая у них любовь была, Вика? И что? И что? Он в армию ушел. Лариска не дождалась его. За Лешку замуж выскочила. Да как же так? Да что ты, Господи, как же так? А что? У Алешки отец председатель, машина, а у Максима? Что у него было? Тьфу. Мышь под печкой, и мать как раз перед армией померла. Ой. Он вернулся из своей ВДВ и тут же прочь из деревни. Утром приехал, в обед поминай, как звали, с Лариской. Так и не увиделся. С того дня и не появлялся здесь. Вот она какая жизнь. Лёшка на коне был, а Максим гол как сокол. А теперь видишь, как оно, все наоборот. Лёшка все пропил, все, что мог. А Максим, Женя, известный архитектор, бизнесмен. Здравствуйте. Здравствуй, Максим. Ирина Ивановна, спасибо, что позвонили. Ой, да какое уж тут спасибо. Да, и за то, что за могилой матери ухаживали. Спасибо, да не мне. Лариса за могилкой твоей мамы присматривала. Да и за домом вашим тоже. Так что остановиться и езди. Я оставаться не буду, ехать нужно. И вообще зря, наверное, приехал. Ну, как хочешь. Но если решишь переночевать, домой иди. Ну, как бы там ни было, там твое все.
спрашиваю, что делается? Вон она стоит, проходимка. Все розы теплицы срезала. Я ей кричу, стой, а она и ухом не ведет. На велик прыг и тю-тю. Можно потише, здесь похороны. А мне что? А кто за розы платить будет? Арестовывай ее. Аркадий Львович, пожалуйста, давайте немножко потише. Нет, ну а мне что? Ну за розы кто будет? Или пусть платит, или в тюрьму. Так, я заплачу. Сколько? Вик, перестань. Ты что, миллионерша? Аркадий Львович, давайте отойдем с вами. Куда, куда? Куда? Куда ты идешь? Я за розы заплачу. Успокойтесь, пожалуйста. Всего доброго. Бабушка, это он? Да, милая, он. А еще сделаю так, что ты меня запомнишь. Тебя. С приездом. Здравствуйте, дядь Сережа. Да. Здрасте. Здрасте. Ну хорошо, пойду. Максим! Ну, чего стоишь, хозяин? Гостей принимай. Здравствуй, Максим. Привет. А ты чего? На поминках у Лариски не был. И правильно сделал, что не был. Мало на кладбище с Лёшкой было. Правильно. Правильно сделал, что не ходил. Ну как там, в столицах-то, а? Так, вот это открыть эту банку. Ну давай, наливай, наливай. Да нормально.
А вы тут как? А тоже не жалуемся. Хлеб есть, хлебушка имеется, живем. Где мы живем? Ты что, издеваешься? Живет он. Так по мобильному позвонить нельзя. На водокачку лезть приходится. Живет он. Да ладно тебе. Нормально все у нас. Детей растим. Футбол по телеку. Угу. Нормально. А ты, Максим, молодец. Ну, слушай, действительно, Максим, ты молодец, что не вернулся в это болото. Я тебе завидую. Давайте, наверное, лучше за Ларису выпьем. Простите, я на минутку. Прости меня. Прости меня, Максимушка. Христа ради, прости. Вы что? Анна Ивановна, да прости. Прекратите, вы что? Максимушка, я очень виновата перед тобой. Перед тобой и доченькой моей. Не получала. Ларисонька, писем твоих, что ты из армии писал. Не получала. Я ведь на почте до сих пор начальником, а кому как не начальнику. С письмами всякие каверзы учинять. Рвала я твои письма, понимаешь? Рвала. И ее к тебе не отправляла. Врала, что не думаешь ты о ней. Другую завел. А она ждала писем, нет. Я сговорилась с Лешкиным отцом, председателем он тогда был. Уговорила я ее, дура. Понимаешь? Какая я дура. Я думала, что... Расцветет моя доченька за пазухой у председателева сына. А 3 лет не прошло, как он запил. Кулаки пошли. Мне пришлось их забрать с доченькой домой. Вот с тех пор мы и ютились в бабьем царстве. Прости меня. Подождите. Подождите, что значит забрали? Они что, вместе только 3 года прожили? Почему же вы мне не сказали? Да куда там? Сам же знаешь, гордая какая. Ни за что бы не стала рассказывать. После всего того, что было. Из-за гордости своей вот и... Что ж вы наделали? Она ж умерла, думая, что я... Я мать... Слышишь ты, я мать, я счастья хотел своей дочке, счастья и добра. Слышишь ты? Олигарх, машинку ищешь, да? А ты пойди на мертвом поле посмотри. Козел. Правда, дядя же смотрится красивее на пробитых колесах. Нравится? Это ты сделала? Да, я. Зачем? Да потому что ты козел.
Здорово. Здорово, Макс. А чё вчера не заехал? Дел по горло. Я ж единственный участковый на весь район. Да ладно. А так. Угу. А тебе колеса Женька пробила? Ага. Это же Ларисина дочка. Заявление писать собираешься? Да зачем? Ну и слава богу. Ей и так досталось. Не, ну девчонка, конечно, заноза, хулиганит. Но, в принципе, нормальная. Не знаю, тебе виднее. Слушай, а Лариса от чего умерла? Пневмония. У нас в больничке аппаратура древняя. Диагноз поставили не вовремя. Девчонка молодая, врач. Еще вчерашняя студентка, так что винить особо некого. Да я винить никого не собираюсь. Ну и правильно. А мертвое поле наше так бананами не засеяло. Бананами. Это мы с тобой, придурки, только мечтали здесь банановые пальмы посадить. Да. Помнишь? Да. Ну что с твоими колесами делать будем? Ой. Андрюх, что с ними делать? Их менять? Ладно, могу тебе их снять. На моей машине отвезем на шиномонтаж и обратно. Ирина Ивановна! Ирины Ивановны здесь нет и не будет до вечера. Простите, я… Вы Максим Александрович. Господин известный архитектор. Вы это хотели сказать? Вообще-то я хотел сказать, что я ключ пришел вернуть. Давайте я передам. А вы, простите, кто? Я Виктория, школьный учитель. Что преподаете? Все понемногу. У нас не бывает по-другому. Ну да, ничего не изменилось. Парты те же, что и… А? А. Что? Неважно. Просто у вас все по-старому. Доска, пол, стены. Да. Даже огнетушитель тот же. Да, время остановилось. Вот мне тоже иногда кажется, что она здесь и вправду остановилась. А это кто нарисовал? В смысле? В прямом. Чьи работы? Ну, наших учеников. Наших талантливых учеников. А чё ж вы-то тут держите? Не знаю, сделайте там выставку интерактивную в интернете. Пусть смотрят. Вы издеваетесь сейчас? У нас нет ни интернета, ни компьютеров. Да ладно, до сих пор? А как же вы детей учите, Виктория? А как же вы, Максим, закончили точно такую же школу и при этом еще в институт поступили? Знаете, можно сидеть за старой партой и при этом тянуться к знаниям. Можно жить без интернета и получать духовные ценности. Ну, понятно. А вы их продаете? Я бы купил. Знаете, прошу вас на выход. Да-да-да, на выход. Спасибо. Пожалуйста. Ну, слава богу, мы уже и не знали, что думать. Том, прости, что раньше не позвонил, связи не было. Все нормально, родная. Со мной все в порядке, просто думаю, мне придется еще немного задержаться. Да, и вот еще. Попроси, чтобы кто-нибудь из нашего техотдела набрал меня. Вот прямо сейчас. Да-да, конечно. Спасибо, пока. Thank you.
быстро антенну починили. Эти, как их установщики, говорят, что теперь мобилки везде брать будут. А еще интернет будет. Наверное, Поверинов не поскупился. Все готово. Спасибо, Анатолий Васильевич. Обращайтесь, Максим Александрович. Автограф поставьте, пожалуйста. Да. Рады были посотрудничать. Да, теперь звони, когда захочешь. Да понимаешь, вот тут один богатенький вышку починил. Так что теперь можем постоянно разговаривать. Да, видимо, денег ему девать некуда. Иди сюда. Хорошая, на. Здравствуйте. Здравствуйте. Что это такое? Леша, иди проспись. Сам в армию сбежал. Лариску пузатую оставил. На весь свет опозорил. Я тоже дурак. Знал, что с пузом ее беру. Думал, ничего. Дерека вырастет. Привык там. Не привык. Не смог. Какая девка? Женя? Убилка! Да иди, Леша! Ну, помогите! Мы же друзьями были. Как ты мог от меня дочку скрывать? Леш, ты успокоился? Да убью я тебя. Убью я тебя, ты понял, убью! Леша, да... ты угомонись, а то я тебя на 15 суток! Да пошел ты! Леша, не балуйся, я тебя предупредил. О, здрасте. Вот, вы обронили там, держите. А что здесь происходит? Что? Вот что у вас здесь происходит? Вы как вроде бы нормальный человек, объясните. Я пытаюсь людям добро делать. А вы как думали, вы сейчас купите кучу компьютеров, установите вышку с мобильной связью, интернет, и все сразу вас полюбят, и все изменится, да? Нет. Я просто пытаюсь сделать их жизнь немножечко лучше, потому что могу. А вам не приходило в голову, что их жизнь могут изменить не только деньги? Ну, а что? Что? Все просто, я не знаю, как это объяснить человеку. Нужен смысл жизни. Да вы что? Эмоции, любовь. А где же ее взять-то на всех? Любовь. А на всех не надо. Да ладно. Идем, выйдем, поговорим. Спасибо, очень, очень дельный совет. Виктория... Пожалуйста, обращайтесь. Игоревна. Я Лёшку до утра придержу, так спокойнее будет. А ты, Макс, ехал бы отсюда. Не родной ты здесь. Никому не родной, дружище. Договорились. До сегодня.
Жень, давай собирайся, поедешь со мной в город. Жить. Ты офигел, дядя? Никуда я с тобой не поеду. Я тебе не дядя, а отец. Да знаю я. Что значит знаю? А то и значит знаю. Вся деревня вон знает, и я знаю. Какая разница, дядя? Никуда я с тобой не поеду. Блин, Женька, ты что, больная? Нет, ну ты реально больная. Тебя отсюда свалить предлагают, а ты не хочешь. Рома, он не никто. Да пофиг, кто он. Главное, что дядька-то богатый. Он и нас с тобой богачами сделается. Чё ж? Блин, это ж фарт. Такой шанс раз в жизни выпадает. Ну. Слушай, а мы с тобой, как только тебе 16 исполнится, тут же поженимся. Ты серьезно? Да. Ты же меня любишь? Да, люблю. Ну вот. Заживем, как люди. Знаешь, а я тоже в столицу поеду. Честно? Да. Так что ты давай, поезжай со своим папашей-олигархом, а там прикинем. А что прикинем? Ну, на месте разберемся, да? Уезжай. Уезжай с папой. Уезжай, внучка. Тебе здесь больше делать нечего.